Здравствуйте, товарищи. Короче, у меня Приуса что-то начало брякать. Где-то впереди, слева. Думаю, что-то в подвеске не того. В общем, я съездил, проверил. Мне тут бумажку даже написали интересную. Далее. Так, я напоминаю, что сейчас у меня пробег у Приуса 153 тысячи километров. Может быть, он был скручен до меня, я это не знаю. Все может быть, вполне. Но у меня сейчас по одометру 153 тысячи километров. И так, я тут в сервис заехал, мне проверили всю подвеску и нашли вот такие вот неисправности. Так, диагностика подвески. Вышло 400 рублей. 400 рублей меня содрали. И что же они нашли? Товарищи, а где? А, во, рекомендации. Требуется заменить передние втулки стабилизатора и задние тормозные колодки. И все. В остальном сказали, все отлично. Мне приходилось на Приусе по таким ямищам ездить, по таким дорогам. Это просто ужасные дороги. У меня аж слов нету. Ну вот, не верить можете. Видно? Видно? Требуется заменить. Подвеска у Приуса крайне-крайне надежная. Так же, как и у Toyota Corolla. Ну, вот мне сказали в этом сервисе, что короловская подвеска неубиваемая. Нужно поменять две втулки стабилизатора переднего. И задние тормозные колодки тоже приходят к концу, как мне сказали. Но я пока их менять не буду. А втулки заказал оригинал. Вот оригинал 150 тысяч прошел. Но я думаю, пробег, если скучен был, то может и больше прошел. Оригинал стоила одна штука 389 рублей. Охренеть. Надо было не оригинал, наверное, брать, да? Еще сколько будет стоить их поменять? Сам менять ведь я их не буду. Какие траты. Блин. Диагностика подвески 400 рублей. Две втулки 770 рублей. Еще поменять их сколько будет рублей, наверное, 900 вроде говорили, сдерут с меня. Офигеть. И это за 150 тысяч километров пробега. Да. Что ты, Prius, делаешь? Что еще хочу сказать? Масло, да, масло начинает, по-моему, угорать у меня. Все больше и больше. У меня сейчас пробеги большие. В основном все по трассе. На 0W20 вообще угар просто ужасный. За 5000 километров в ноль ушло. Вот я на нем сейчас приехал на Татачи 0W20. 0W20 больше ни за что не буду заливать, никому не рекомендую. Ничего хорошего в этом нет. Особенно летом. Но опять же повторяюсь, это чисто мое субъективное мнение. У вас мнение может быть абсолютно другое. И мне на него абсолютно насрать. Можете писать что угодно. Ну, это так. Для тех, кто для упоротых любит писать всякую хрень. Что еще хочу сказать? Вроде больше ничего не ломалось. Недавно свечи поменял. Тормозные передние диски вместе с колодками тоже поменял. Вот сказали, что задние тормозные колодки надо менять, но что-то мне пока, думаю, не стоит их менять. И так вроде хорошо все тормозит, скрипов нет. Там же, по идее, эти, когда колодки приходят, начинают скрипеть тормоза, но скрипов пока нет. Так что будем ждать скрипов задних тормозов. Ну, в общем, вот так вот. 153 тысячи километров. Подвеска Приуса потребовала замены только двух резинок в подвеске. А ваши машины что за 150 тысяч километров? А, блин, точно, ступичный подшипник же еще менял. Как же я мог такое забыть? Да, в подвеске был ступичный подшипник, и вот две
втулки стабилизатора. И усё. Такие офигенные расходы. Ай-яй-яй. Помню, у меня старый был Hyundai Tucson. Я там раз в 2 года менял амортизаторы по кругу. Стойки стабилизатора. Те же втулки, эти стабилизаторы. Это вообще были расходники. По несколько раз за год надо было их менять. Причем тогда я ездил меньше, чем вот сейчас на Приусе езжу. Ой, Тусан был, блин, такая развалюха по сравнению с Приусом. Аж страшно вспоминать. Доездил я на нем до 146 тысяч и продал, избавился от него, перекупу сдал. Просто нормальному человеку стыдно было бы продавать машину в таком ужасном состоянии. Заклинивала муфту полного привода. Я уж не помню, это было 4 года назад. Короче, ладно, неважно. Сейчас речь про Приуса идет. Ну, в общем-то, и все. Все, всем пока.